Друзья ангелов. Глупая гордость, часть вторая. Этот гад хочет отобрать тебя, Раф, но я ему покажу. Эй, ты клоун! Оставь Раф в покое! Сульфус! Ты что, не видишь? Мы заняты! Держись от нее подальше! С чего бы это? Да и шансов у тебя никаких, правила помнишь? Дьявол никогда не будет с ангелом. Это неправда! Мы можем переродиться в смертных и любить друг друга, как люди! Конечно, если вы пройдете путь превращений. Вместе мы это сможем. С чего ты взял, что я этого хочу? Мы обещали друг другу, еще в летней школе. С тех пор у меня было время подумать, и я поняла, что не люблю тебя, Сульфус. Такова жизнь. Что? Этого не может быть. Слыхал? А теперь убирайся и оставь нас в покое. Мне нельзя поддаваться на обман. Меня испытывают. Это не настоящий Раф. Ладно, хватит. Я понял. Это только проверка. Ну что ж, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Я тебя не боюсь. Ну, погоди. Наконец-то я увижу моих смертных родителей, мою мать. Небо темнеет. Так же, когда ее похитили. Надо ее предупредить. Мама, берегись! Мама! Мама, я не позволю им опять забрать ее. Быстрые крылья! Надо понять, откуда идет этот луч. Они хотят меня остановить, но я не позволю. И молния мне не помешает, нет! Нет, прости, мама, я старалась. Ударные крылья! Это проще, чем я думал. Круто! Ты меня еще не победил. Но если ты настаиваешь, я смету тебя как песчинку. Водяные крылья! Струйка воды и это все? Позволь тебе кое-что показать. Огненные крылья! А? Что? Что, удивился? Нет! 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 Да! Я прошел проверку! Что? Я в кабинете вызова? Раф! Нет, не трогай меня! Это против правил. Что случилось? Моя мама. Ты видела ее? Как будто во сне, но очень ярко. Я не смогла помешать им ее похитить. Я уж подумал, что она увидела, как эти двое взяли в плен Анжели. А что у тебя? Я должен был пережить страх, что потеряю тебя. Но я не могу тебе об этом рассказать. Был обычный бой, и я победил. Ты победил? Значит, ты сможешь первым влиять на решение Дэниела. Я заставлю его принять участие в гонке. Что, правда? Да. Вот он! Вперед! Тебе придется постараться! Давай, Александр, ты лучше всех! Александр, ты такой милый! А? Что такое скабаля? Это побочный эффект персонификации. Эта игра пустая трата времени. У меня на Дэниела другие планы.
Лучше мне за ним приглядеть. Просто фантастика! Класс, Александр, позвони мне на мобильный. Я никогда не видела тебя на занятиях. А, я только что перевелась. Так, ты одета точь-в-точь, как я, и влюблена в Александра? Хочешь его заполучить, просто признайся ему. Но я хочу сказать... Не надо было поддевать ее. Почему это? Это она виновата, что я влюблена в смертного. Лили не виновата. Это все из-за персонификации. Мы чувствуем то же самое, что и она. Знаю. Это просто пытка. Хорошая работа, Дэниел. Спасибо. Интересно, ты за рулем так же крут? Я еще не решил насчет гонки, Мирко. Сначала посмотри на малышку, которую получишь. Ну и ну, просто красотка. Ей всего пара лет, а Микро считает ее ржавым ведром. Заглянем под капот. Похоже, Дэниел решится, и Сульфус первым будет на него влиять. Да. И кто знает, что он сделает? А? Он превратился в смертного автомеханика. Привет! Как дела, приятель? А, да неплохо. Ты автомеханик? Ну, вообще-то, настоящий механик мой отец. Тебе чем-то помочь? Сульфус, что ты творишь? Это не твое дело. Ладно, извини, что спросил. Нет, это ты извини. Просто голосовое управление. Я сам автомеханик, но мне пригодился бы совет коллеги. Один парень пригнал мини-кар. Один в один, как твой, только не заводится. Думаю, мотор сдох. Ну, мой мотор тоже не идеальный. С ним надо поработать. Понял. Что не по плечу задача? Ничего подобного. Захочу к вечеру, она будет на ходу. Ну так докажи. Почини ее. Так ты знаешь о гонке с Мирко? Нет, я не слыхал ни о какой гонке, но с такой машиной ты их сделаешь. Жалко, что на мою зарплату я не могу позволить себе машину. Ладно, пора в гараж. Позови меня, когда починишь тачку. Но я даже не знаю, как тебя зовут. Знаешь что? Этот парень вообще-то прав. Я всем докажу, что я с машинами на «ты». Сульфус думает, что уже выиграл, но теперь наша очередь. Конечно, я знаю, что делать. Это рискованно, и мне нужна твоя помощь. Но я почти уверена, что мы справимся. Кокс, запускай превращение. Охранять и защищать. Любовью и честностью, мудростью и искренностью. Я оставляю мир духов и становлюсь смертной! Мирка, такое трепло! Я докажу, что я лучше всех! Привет! Ты автомеханик? Ну да. Класс. У меня проблема с машиной. У нее стучит мотор. Но это слышно только на ходу. Пойдем посмотришь сам. Ну, ты слышишь, как стучит? Вообще-то нет. Слушай, сбавь скорость. Да мы еле тащимся. Сбавь скорость! Тебе жить надоело? Точно! Это ж так весело, с ума сойти! Перекресток! А это? Да пустяки! Смотри! С ума сошла! Тормози, тормози! Кокс, блокируй движение! Никто не должен пострадать! Well done. Молодец, Кокс! Ну, что я тебе говорила? Ты нас чуть не убила! Да, со мной это частенько бывает. Видишь тот поворот? Я однажды с него вылетела. Сломала два ребра. А еще я как-то впилилась в дерево. А еще как-то раз в грузовик. И в бетономешалку. А еще я сбила ребенка. Ну, это, конечно, я зря. Это ужас какой-то. Да, автогонки всегда опасны. А уж незаконные гонки по улицам, это не только опасно, но и глупо. Тогда зачем ты это делаешь? Чтобы все знали, что я лучше всех. Обратно я пешком. Надеюсь, он усвоил урок.
Похоже, ты устроила ему хорошее шоу. Да, и решение теперь за Дэниелом. Сладкая, как прошла персонификация? Самое странное в том, что ты чувствуешь то же, что твой подопечный. И ты теперь влюблена в Александра, как и Лили? Но когда персонификация завершена, это проходит? Ну, и кого я обманываю? Я влюбилась в Александра с первого взгляда. Но это против правил. Я не могу им сказать. Конечно, это прошло. Ангелы не могут влюбляться в смертных, ведь так? Я выиграл! Дэниел приехал на миникаре. Значит, он принял вызов Мирко. Я починил машину бесплатно. Мотор был неисправен. Но я не буду с тобой состязаться. Гонки на улицах — это опасно и незаконно. И вообще, это глупость. Вот так-то! Умница, Дэниел! Я победила, Черныш. Тебе повезло. Следующий раз мой. Даю тебе слово дьявола. Твои боссы хотят поговорить с тобой. У меня нет боссов. И у тебя тоже. Ты прав, хотя бы в этом мы согласны, Сольфус. Жаль только, что твое сердце принадлежит другой. Мы наблюдали за тобой, Сольфус. Ты игнорировал Раф. Как мы тебя и просили. Просили? Это был шантаж. У меня нет выбора, я должен повиноваться вашим приказам, иначе вы навредите Анжели. А что, если наш приказ изменится? Что они придумали на этот раз? Выкладывай. Мы разрешаем тебе слушаться своего сердца. Ты можешь вести себя с Раф, как тебе хочется. Никакого равнодушия. Ты снова можешь любить ее. Да, конечно. Сначала вы нас ссорите, а теперь хотите, чтобы мы помирились. Вы что-то скрываете. У тебя нет права задавать вопросы. Выполняй приказ, Сульфус. Тебе можно ухаживать за Раф. А если ты ослушаешься, будь уверен, за твое неповиновение заплатит Анжели. You've always dreamed of as a special friend, for whom the moment to grow up is there, and so she has to live.